Так, вот он, домик 8. Там жалюзи. Открыть можно здесь поликарбонатом. Такая вот веранда получилась, 2 на 6 метров. Жалюзи открыть можно, ну, если сильно жарко, можно одну из этих любую снять, 5 минут, в принципе. Так, сам домик все доделали. Здесь заходим, получается, комод, вешалка, душ-туалет. Вот так вот. Титан. В итоге на помощь подоспели очевидцы. Они скрутили нападавшего и удерживали до приезда полиции. Так, ну, здесь кухня. Вместе с матерью получили тяжелые ранения и сейчас в реанимации. Врачи делают все возможное, чтобы спасти им жизни. А суд принял решение арестовать подозреваемого. В ближайшие 2 месяца он проведет в СИЗО. В Сыктывкаре арестовали посетителя ресторана, который напал с ножом на сотрудницу. Все новое, все стоит, коробка, вся посуда. Бывшего клиента работники знали в лицо. 2 дивана. Приходил в заведение, чтобы устроить скандал. И похоже, душки, что одеяло. Решил радикально отомстить хозяевам вот кафе. Так вот. Под горячую руку попалась девушка.